В этом видео я расскажу о том, как мы всей семьей съездили на прекрасный шабатон Олами. Шабат – это еврейская суббота, когда происходит перезагрузка. Поедем? Да, да. Все видео снято не в шабат. Международная организация, имеющая мощное представительство в Москве. Еще кое-что, о чем хотелось бы с вами поговорить. Немножко, долго не задерживаться. Прямо на мероприятии один из ребят сделал предложение. Этого мира, нести этот свет в мир. Спасибо вам всем за участие. Сара Кац. Это домашние подготовки к поездке. К нам пришли друзья. И мы все вместе потом, прямо из дома, из нашей квартиры на Садовом, отправились в поездку. Поездка была в комфортабельных микроавтобусах. Значит, его предупреди, чтобы они заранее там. Дай ему яблочко, Наталья. Ага. Вы так, где-то мы остановились тут. В пути. Да, Слон? Подышай. Что говоришь, какая это поездка? Самая большая, мне кажется. Что, долго уже едем? Да, уже долго. Ну ничего, сейчас свежим воздухом подышим. Хорошо, красиво. Поездка классная, активная. Так что скоро уже будем на месте, посмотрим сам шабатон. Вот, мы приехали. Пойдем. Смотри, какая красота. Клево? Скажи, все бы клево. Смотри, какая красота. Это Сергиев Посад. Бося, а ты знаешь, куда надо идти? Там. Где там? В той стороне? Пошли. Куда-то направо надо. Ну все, мы прибыли на место. Замечательный пансионат. Зима настоящая русская. Будем сейчас шабатить в шабатоне Олами. С огромным удовольствием. Так, наша любимая комната. Ты со мной. Справа вы видите места для нетилат ядая, омовения рук перед едой. Была столовая, где мы проводили все трапезы. Шаббат их несколько. Шлама, лезгинка где? Вот, смотри, научи. Thank you.
Шабатон Олами в начале своего пути. Открытие будет через несколько минут. До шабата остается еще 3 часа, а уже все готовы встречать субботу. Вот собираются ребята сейчас. Так все оформлено мощно, сильно. Посмотрим, что нам расскажут. Расскажи, что это такое, для чего оно будет нужно, какое применение? Это спецэффекты. Вау! Да. То есть это туда, ну-ка, направь, пожалуйста, еще раз. Вот, смотри, вот, когда будем представлять того, кто у нас в ролях, собственно, нашего героя. Пушка, пушка, бро. Да, так что ждем с терпением, начнем. Класс! Время как раз выходила четвертая матрица. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Внимание на роли, которые здесь сейчас показываются, они не случайны. Дело в том, что во время самого шабата вечером было много игр и активностей.
Это матрица? Все вокруг это матрица. Я лишь хочу помочь тебе освободить твой разум. Но я могу указать тебе дверь, пойти в нее ты должен будешь сам. Я готов. А вы? Примите. Помоги нам понять, куда мы попали, что здесь происходит. Дорогие друзья, как вы понимаете, мы все живем в матрице. Очень часто мы обижаемся на людей, мы воспринимаем ситуации очень субъективно. Нам кажется, что кто-то мог испортить нам жизнь. И вообще мы забываем, зачем мы сюда пришли. Сегодня, за эти два дня, за шаббат, нам предстоит с вами понять, зачем мы сюда пришли, что мы здесь делаем и что Творительство мира хочет от нас. Нас ждет полная перезагрузка, и в конце я очень надеюсь, что каждый из нас выйдет из матрицы. Это завершающие кадры перед началом шаббата. Потом уже автопати после. Кто-то захочет. Серьезно, какое у нас есть уникальное торговое предложение? В чем заключается реклама иудаизма? В чем? Надоел этот маленький ненужный кусочек кожи на твоем органе? Хочешь перестать есть три самых вкусных блюда в мире? Чизбургер, бекон и бекон с чизбургером. Или, может быть, хочешь вообще перестать есть, наслаждаясь одним из многочисленных фастфудов? О чем хотелось бы с вами поговорить. Да, у нас был кошерный стандарт. Это такое место, на котором происходит много всего нового, да? И часто что-то новое зарождаются какие-то эмоции, открытия, какие-то просто невероятные вещи. Такое бывает, знаете? Поэтому хочу сейчас пригласить одного человека сюда на сцену, но он хотел что-то рассказать. Наш друг Мейер Ярцев. Я так зайду немного издалека, немного у нас слов Торы. Значит, сейчас у нас получается книга Шмот, мы начинаем выход из Египта, и у нас, вы, наверное, часто слышали, вот, что у каждого есть свой выход из Египта и как бы какие-то трудности в разных аспектах. Вот. И есть аспект семейный, да. У меня, вот, например, лично мой, скажем, Египет, это был поиск второй половинки. Вот, и, скажем, выход из Египта – это поиск найти ту самую половинку. А еще я хочу сказать, значит, Иш и Иша – это как бы корень их огонь. Вот, и смотрите, в этой недельной главе Моше Рабейну, он как бы видит этот горящий куст, и я бы сказал, что вот избавление, оно начинается вот как бы с этого горящего куста. Вот, и сейчас я хочу обратиться к очаровательной Саре Брохе, вот, что я увидел тебя, я обратил на него внимание, вот, я долго ждал встречи, и, слава Богу, она у нас свершилась, и я понял, что ты моя половинка, сейчас, так, где там цветы, можно? Предложение. Так, я все отлично, отлично, отлично. Потом были танцы. С
все кошерно. Девушки с девушками, ребята с ребятами. Веселье продолжалось до утра. Можно сказать, репетиция свадьбы. Шабатон – это когда и образование, и развлечения, и такие сильные поступки со стороны каждого из участников. Мэр, конечно, сильно. Это уже на следующее утро, воскресенье, перед отъездом. Все собрались в зале, чтобы завершить шабатон. Вместе с шабатоном мы увозили приятные воспоминания, диврей тойра, слова Торы, хорошее общение, планы на будущее. Мероприятие очень полезно для того, чтобы понять какие-то важные вещи для себя, получить удовольствие, перезагрузиться действительно. В этом плане Олами предоставляет множество возможностей для молодежи. Все это при этом кошерно, ярко, интересно. Поэтому, конечно же, стоит на таких шабатонах бывать обязательно. Во время таких шабатонов понимаешь, как много еврейской молодежи есть в России, как мало для них еще сделано, сколько интересного они могут узнать, погрузиться в еврейский мир. Такие организации, как Олами, способствуют этому, успеха им, благополучия и хорошего результата во всем. Друзья, вы знаете, что в еврейской традиции тема
свободы, она освободит буквально каждый день. Мы постоянно вспоминаем наши сходы с Египтом. Но Египет — это не просто какое-то географическое место, где нам было плохо. Самый страшный Египет — это тот, который не дает нам быть свободными изнутри. Это вот психологические ловушки, неуверенность в себе. Это какие-то вопросы, когда ты чувствуешь, что ты никому не нужен, твоя жизнь не имеет смысла. Вот с этим надо бороться, и на самом деле здесь, на этом выезде, на этом шабатоне я получил все необходимые для меня ответы, носил на ваши меня вопросы на этой неделе. Вот эти тебя, извините, нет, но было именно так. Именно эти ответы я увезу и постараюсь больше не ошибаться, так как я ошибался. Выходит из матрицы и собирается вывести за собой еще людей из матрицы. И Бениамин тоже сказал очень важную вещь. Нужно собрать всех евреев. Когда вы благодарите организаторов, это очень важно, это очень правильно. Но здесь не только в организаторах дело. Про организаторов я тоже хочу сказать пару слов. Для меня большая загадка была вот те семьи, которые занимаются Керувом вот, изначально. Да? Меня все время интересовало, что ими движет, особенно семья Канца. Это просто люди помешанные на этом деле. Давайте поаплодируем. Я молодой тоже, да, приехали из Израиля, поменяли они полностью занимаются этим. Это загадочные люди. И начинаешь их больше понимать, когда приезжаешь на такие мероприятия. Но, опять же, да, семья Джанбеков тоже тут присутствует. У вас было, и свет горел. Все семьи, все организаторы, безусловно, сделали большую работу. И тут важно, что не то, что там каждый сделал что-то, а все. Каждый сделал круто что-то свое, и получился вот этот вот эффект синергии. Но это не все. Но самое главное здесь — это вы. Потому что мы с вами все одна команда. Когда мы вчера говорили... Позавчера мы говорили во время игры, да, вот про эти фишки. Типа из своей команды вы купите людей, мы все одна команда. Мы все евреи, мы одна команда. Независимо, мы там горские, еленские или другие горские. Мы все горские, да? Мы все с горы Синай. Или там ашкеназы. Мы все одна команда, и нам нужно собрать всех. И вы своим присутствием здесь, и вы своим присутствием в вашей среде обитания, на работе, на учебе, где бы вы ни находились, вы самый настоящий керув. Потому что другие люди, будь то евреи по Аллахе, не по Аллахе, не евреи, любые вообще люди, которые вас видят, они видят этот свет еврейской традиции. И то, что вы сегодня здесь, и сейчас вы уедете, увезете с собой вот эти вот ценности, увезете с собой открытие, увезете с собой вдохновение от того, что вы видели, как делается по-еврейски предложение, и увезете с собой откровение с лекции наших преподавателей Италевичей или с лекции Сары Кац. Это тот свет, который вы несете с собой и который притягивает еврейские души к вам. Просто своим присутствием в этом мире вы распространяете этот свет. Это очень важно, это самый главный керув. Мы одна команда, мы делаем эту работу вместе, это очень важно понимать. Тут не кто-то, одни кого-то развлекают, другие что-то получают. Мы все вместе делаем большую работу, и у каждого своя роль. Если кто-то может в своей роли что-то чуть-чуть добавить, если кто-то может сделать чуть больше, чем он уже делает, это обязательно будет замечено на небесах и обязательно прольется брахой на вас. И я в костюме Нео просто как знак, как мезуза, да, на двери, как такое напоминание. Избранный здесь каждый из вас. Каждый из вас здесь избранный. Часть избранного народа. И у каждого еврея есть очень большая и важная миссия. Быть священником для этого мира. И нести этот свет в мир. Спасибо вам всем за участие. Сара Кац. Дает нам силы, возможности. Иисус дает нам вас,
И я, то, что дает мне больше всего сил и вот этих эмоций, с которыми я пытаюсь сейчас справиться, это то, что я чувствую, что он очень доволен тем, что здесь происходило. И это очень круто для нас, это чувствуется. Действительно, мы с ребятами часто видим друг друга с нашим цевиком, с нашим стафом. И у нас есть такое кодовое слово «Тиата Дишмай». «Тиата Дишмай» — это такое слово, которое означает «Вау, это с небес», да? Потому что мы говорили с ребятами, что можно планировать для мелочей, но если нет вот этого главного ингредиента «Тиата Дишмай», ничего не получится. И этот шабатон, мне кажется, возможно, больше, чем все наши предыдущие мероприятия, проходил вот с этой приправой огромной «Тиата Дишмай». Поэтому спасибо Всевышний, что ты даешь нам это все, и мы это очень ценим, и будем стараться использовать твои ресурсы по максимуму. Второе, это вчера на нашем тренинге мы говорили с ребятами про безопасное место. Да, у каждого должно быть свое такое ментальное безопасное место, куда всегда хочется возвращаться, когда тяжело. Я сейчас сидела, слушала вас и подумала, что вот это мое новое безопасное место. Это место, в котором ты просто отпускаешь, перестаешь бегать и контролировать опять же все, и просто наслаждаешься тем, что уже построено. И я думаю, что когда в очередной раз я буду думать, зачем я такая помешанная, почему я такая сумасшедшая, зачем вообще я выбрала весь этот путь, я вспомню эту игру, вспомню эту матрицу, вспомню этот обруч, вспомню, как вы проходили под дымом, да, и говорили эти слова. И в очередной раз скажу Всевышнему спасибо, что мы такие все сумасшедшие, спасибо, что ты даешь нам возможность делать все, что мы делаем здесь. Спасибо, друзья, счастливого пути. Shabbat shalom.